Всем привет, друзья, всем привет, с вами я, Давид Прошу67, и это Инфра! Погнали! В прошлой серии мы попали сюда. Куда дальше идти, мне неизвестно. Возможно, но только возможно. Нам нужно идти вниз. Проверяем. Здесь... Здесь вода. Приседаем. Не, здесь... Подожди, это можно открыть? С этим взаимодействовать нельзя. А, стоп, там дверь. All right. First inspection target. An old power plant that I already forgot the name of. Let's see how this place is doing. Okay. Может, нам нужно электричество включить? Тут щиток, чел. Тут щиток. Без электричества нет. Кстати, вроде бы это типа такой... А, во. Хоррор, но без монстров. То есть, скримерами нас пугать не будут. Может, сейчас? Нет. Я объяснял лайтс. Короче, сломано, походу. Или же нет, стопы. Не, не сломано. Все работает. Тут у нас какие-то записки. Тут какой-то жаркий день. Что-то больное в сундуке. Что? Выходные скоро. Новый год. Так, стопэ, тут какая-то дата. 20.03.2003. В общем, не знаю, пригодится нам ли нам это или нет. Но тут тараканы бегают. Фонарик их пугает? Фонарик их не пугает. Им, походу, вообще пофиг. Так. Это чё? Это кирпич. Слушай, это надо, это можно сфоткать, знаешь? Не, стопэ. Вот так вот. Фоткаем. Так, улыбнись. Интересно. Чё ещё тут можно сфоткать? Кстати... Можно еще вот это сфоткать, знаешь? Типа оборудование. Плохо работает. Что-то вот с этим взаимодействовать нельзя. Что тут еще? Тут снизу что-то. Я хочу вниз пойти. Я вроде знаю, что тут какая-то огромная зона есть, где можно ее исследовать в этой игре. В общем, посмотрим. Будем фоткать все, что видим. Что-то еще есть. Труба сломана. Да-да-да, это не хорошо. Все, это надо фоткать. Слушай, меня бесит, как он поднимается. Почему он не может просто подняться? Без этой бесячей анимации. Что это? Это радиация? Просто кислота. Неинтересно. Слушай, вроде у нашего вот этого мобильника. Ух, ё-ма. Есть заряд. А у телефона он есть, точнее, фонарика он есть, интересно. Просто если есть, то лучше я не буду все время им пользоваться. Но вроде бы нет. Заряда у него нет, так что можно использовать его где угодно. Да, я говорю, тут монстров вроде каких-то нет. Скримерами нас пугать не будут, только атмосферой. Так что... Да, у телефона заряд садится. Damn, my keys don't fit this lock. Could use some bold colors right about now. Так, нужен какой-то лом. Это не он, это просто палка. Так, ну ищем что-то подходящее, получается.
Или можем вообще пойти в другое место. Там вроде есть еще одна дверь. Мне нравится концепт, что тут... Типа, да, одна дверь закрыта, но тут есть еще три других. Может, туда пойти. Так, тут... Ладно, тут открыто. Кстати, выглядит тут все прям офигенно. Вот прям вот красиво все выглядит. Так-с. Сиди. Отвечаю. Сейчас телефон сдохнет. Опа. А так фонарику может садиться? Значит, не надо все равно... Во! Well, кусачки. What do you know? I'm in luck today. Но все же, кстати, тут немного неудобно из-за большого количества объектов, потому что ты все время застреваешь где-то, это же все же игра. Так, это что? Это открыть нельзя. Вот, скажите, не люблю вот такие двери. Вообще, и в реальной жизни тоже. Это вообще дверь? Серьезно, это вообще дверь? Она вообще... Хватит лагать! Так, стопэ. Все, вот теперь лагать не должно. Я не люблю такие двери, они... Типа они выглядят так, будто они могут открыться, но они не открываются. Так. Опа. Ну и нафига. Похоже, меня обманули, кстати, насчет вот большой локации, потому что пока что это все, что у нас есть. Ну, может, дальше, вот на катамаране дальше поедем. Тут линии какие-то. Сейчас главное не грохнуться, знаешь. А, я могу, кстати. Я могу, но я не хочу. Наверное, там есть что-то интересное, может, какие-то другие локации, но я не хочу. Вот там я вижу что-то. А, есть, но я не хочу грохнуться, знаешь. Ну, смотри, я могу так пойти, но я не хочу прохнуться там. И через верх можно. Ух, ё-моё. Всё рванёт! Перегорело. Тут деревья срубают, тут цветочки миленькие. Ух, ё-моё. Сколько же тут всего для исследования, слушай. Чё это? Так, стоп, мы можем пойти туда. А можем и пойти сюда. Выглядит как лагерь, знаешь. Отвечаю. Ёпарасота, сколько ж тут всего. Бензопила! Бери! Ладно, я это просто сфоткаю. Телефон садится. Такс. Не, пусть сдохнет фонарик, а потом уже. Так, это... Не то, что нам нужно компьютер. Он работает? Так, тут бумажки какие-то. Тут что-то, короче, очень интересное, но это надо сфоткать, знаешь. Улыбочку. Вот это еще надо сфоткать. Вот. Интересно, а как телефон заряжать? Ага, я нашел камеру для батарейки. Че? Батарейки для камеры, я хотел сказать. Я нашел камеру для батарейки. Часики. Сколько время? Ну, знаешь... Похоже, тут лето, ведь... Солнце еще пипец высоко. Так, стопэ. Там было место. Вот тут. Пошли все же туда. Почему-то он идет не туда, куда мне нужно. Вот так, иди сюда. Давай. Нет! Такс. Хоба. Все, погнали. Я не сдохну тут случайно, потому что эта штука что-то небезопасно выглядит. Она из говна и палок. Буквально из говна и палок сделана. Но тут круг есть. Так, стопэ. А он вообще работает, интересно. Фига себе.
Это магия. Я видел какую-то игру, где типа... Там была... Там был круг, его кидают в воду, и он тонет, а этот нет. Внимание к деталям. Что, лодка. С этой лодкой можно сделать. Так. Можно ее сфоткать, знаешь? Почему бы и нет? Как только камера сдохнет, я перезаряжу ее. Хотя можно и сейчас, знаешь. Все. У меня не осталось батареек. Бля, какая же тут красотища. Ну, мы пошли, идем дальше. Так-с. Заборчик. Я хочу посмотреть на заборчик. Посмотри, какой детализированный он. Ё-моё. А тут заборчик не дает нам идти дальше. И куда? Так-с. Во-первых, тут... Я видел такое же в том лагере. Я так понял, сюда нам вообще нельзя. Тут есть машина! Какие-то домики, дерево поваленное. Такс, москвич работает? Почему я не могу сесть в москвич? Такс. Эти домики можно сфоткать. Так, стопы. Чутка подальше отойдем. Угу. Я так помню, мне не обязательно прям все подряд фоткать. Есть кто дома? Открой, а то буду выламывать. Открой, падла, это... Налоговая. Здравствуйте, не хотите поговорить о нашем создате? Да открывай ты, падла, ты чё, ты? Я по деревяшкам поднимусь к твоему дому, слышь? Почему я не могу? Я тебя окно выломаю, падла. Я не вижу ничего снаружи. Похоже, в домик вообще нельзя зайти. Это, походу, тоже лагерю принадлежит. Чё там москвич делает? Это какая-то фигня. Тоже фоткаем. Такс. Речка, говнотечка, залезай. Залезай. Somebody was tell me the world is gonna roll me. I ain't the shyness to in a chance. Шрек, это ты? Only one pack of batteries left. Тут мне нравится, что они озвучили... Вот это вот все с батарейками, чтобы можно было понять, сколько у тебя батареек осталось. Так. Фу, мне нравится. Все, поднимаю батарейку, понимаю, что это... Чё это за батарейки и зачем они нужны? Ё-моё! Так, это имеет смысл фоткать, наверное. Но я тоже сфоткаю. А, сюда залезть, кстати, не могу. Так, почтовый ящик, кстати. Кейтюнен. Чё? Ты кто? Понял? Так, с машинами, с байсиклями нельзя. Мне нужен ключ. Потому что там какая-то тачка. Я хочу тачку. Так, судя по всему, поезда тут не ходят. Не едет. Да, они тут не ездят. Отличный способ перегородить мне дорогу. Я вижу, что там что-то есть. Но это я сфоткаю, знаешь. Must have been a storm last night. If I remember correctly, this railroad is still active. I wonder if there is a signal box around. А, он говорит, что тут, вероятнее всего, шторм был. И он сказал, что эти рельсы, походу, используются. Сказал, что эти рельсы используются. Получается... F поезду, да? Так, еще какое-то место. Слушай, почему это место вызывает у меня чуть-чуть прям вот капелечку ностальгии? А, ё-моё!
ты чё, дед, это... Два метра, это даже не два метра, это... Сколько? Это еле метр наберется, дед, ты чё, а? Почему у меня это место вызывает чуть-чуть такой ностальгии, а? Говорю, в таких местах не было. Это дамба. Но я вижу, что это дамба. Такс. Hammer Valley. Даже не заперто. I hope that at least this place is in a better condition. Так вот как выглядят эти ваши электросамокаты, да? Что тут еще? Поддоны, свет мигает. Что за фигня там звуки-то так? А это что? А, я могу кидать, кстати, вещи. Я не знал. Что за фигня? Кнопка какая-то. Огнетушители. Вопрос, почему я не могу взять палку, но я могу взять огнетушитель? А еще тут есть кирпичи. Подожди, кирпич. Ребят, я вооружен и очень опасен. У меня есть кирпич. О! Че это? Кто? Персонал! Я персонал! Я персонал! Только для персонала можно. Я персонал, отвечаю. Персонал, Прошешешемович, здрасте. Ну и пошли вы, значит. Кошки красивые. Такс. Ё-моё. Да я сфоткаю это, я пожалуюсь. Лифт! Такс. Тут уже начинается что-то интересное. Дамба, она пустая. Так, не, она не пустая, вода с другой стороны. Элевает. А, все, я понял. Так, прежде чем по элеватору идти, нужно это подключить. Что это тут? Контроль один. Так, стоп, прежде чем... Это что? Это какая-то фигня. Вот это, кстати, можно сфоткать. На всякий. Почему бы не? Я не знаю, что нам... Кайфово. Есть еще батарейки? Я не знаю, что мне конкретно нужно... Не, я понял, как-то записочки, может... Что-то еще, может, компрометирующее? Ну, как компрометирующее? Типа мне сказали, сфоткай, посмотри, насколько тут все фигово. Кстати, мне кажется, тут одну на запас положили. Типа, если потеряешь... А что если я все три выкину, а? Проверять я этого, конечно, не хочу. Хотя тут есть сохранение, я могу это проверить. Но что если я все три выброшу? There we go. Все. Пока. У меня они больше не нужны, так что пока. Кнопка. На всякие это можно сфоткать, знаешь. Типа, вот у вас какой хреновый лифт на работе. Нужно пазл решить для него. Ну и лифт на всякий сфоткаю. Шаткая конструкция, ля-ля-ля, так. Погнали к смерти! Погнали, сдохнем, ребят! А чё фонарик выключился? Ну, по логике, здесь монстров не должно быть. Я знаю, что здесь нет никаких чудищ, никаких вроде скримеров. Так что пугать нас должны атмосферой, чтобы я... Такс, тут освещение поломалось у кнопки. Чтобы я такой существовал и такой, о, нет, это не страшно. Он по телефону звонил, если что. After I am down at the dam, I'm heading to survey the Bergman tunnels. Could you have someone pick up my car? I'll take care of it. Keep me posted. Короче, он рассказал то, что вот мы видели. Он сказал, один из генераторов сломан. И... Чтобы кто-то позаботился об его тачке. Слушай, я... Так и знал! Я вот хотел как раз сказать, что... Что лифт... Сломается. Отвечаю. Так и знал. Хорошо, что тут хотя бы ничего внизу не было. Типа не было еще этажей внизу. Знаешь что, я уверен, мы кучу всего пропустили там сверху.
Ведь мы не пошли в некоторые места, но... Такс. Ё-моё. А где мы? А где мы? Куда энергию направлять? Стоп, алкоголизм. А, курить так можно, да? Опа, свет. You can stop. Ты можешь остановить коррупцию. Не, не могу, чел. Я в Терраре играю, там коррупшена так много, я не могу ее остановить. Не знаю. Не, вроде нет. Ничего это не поменяло. Слушай, мне понять, где мы? Наверное, мы... Может, тут? Ага, все, я понял, где мы. Мы вот... А, блин, тут уже написано. Лифт, security. Мне желательно сейчас еще ток подать... Вот сюда вот. Так, сюда еще подадим. Каждый раз все включим. Включаю все вообще. Тут только три места включены. Вот это вот, и там еще сверху где-то что-то есть. Пошли смотреть. Так, я так понял, те места, которые не загорелись, они просто не работают. Поэтому мы не можем туда попасть. Так, ё-моё. А я там сфоткал это? Вроде да. Но на всякий случай сфоткаю еще раз. Так, вот и дамба. Я так понял, мы не очень глубоко отправим. Вниз дамбы пошли. Не, туда вниз я не пойду, это где-то 100% сдохнет. Гаечный ключ. Может, взять, возьмешь на всякий случай, может, ежанешь кого-то. Такс. Не работает. Так, чё? Короче говоря, что-то скоро починят. Я так понял, нет. Не скоро. Затоплено. Выход. А, кстати, вот и выход. Ох, ё-моё, яркий свет. Слушай, мне показалось, или тут был эффект, типа, привыкания к яркому свету? Типа, когда он долго в темноте был, когда он вышел вот на яркий свет, так несколько секунд очень ярко было. Сейчас проверим. Да-да-да-да-да, тут есть эффект привыкания к яркому свету. Мне это нравится, слушай. А отражение, ну, меня, собственно, не существует, ты это знаешь. Ты прекрасно знаешь, да, ведь прошлый G7, он не существует, и он в твоей голове. Так, что тут у нас? Дверь. Так, мы тут, походу, были. Или нет? Твою ж налево, куда мы идем? А, это там, понял. Так, крутилка. Крутить ее нельзя. Подожди, там была еще одна дверь. Я говорю, тут одна дверь закрыта и пять других открыты. Можешь пойти проверить. Это тупо деревяшка. Это даже не дверь. Обидно, знаешь. Деревяшка. Стоп, можно там сфоткать, знаешь? На телефон можно. Это чё вообще такое? Это грибы! Здесь грибы проросли, нифига. Слушай, можно на телефон сфоткать. Вот, у чела есть телефон, я знаю. Сделай фото. По-братски. Красиво. Я... Твою камеру сфоткаю. Я так понял, это типа просто ограничение на количество снимков, а потом уже... Нужно заряжать.
У фонарика как раз ограничение на времени пользования закрыто. Я там знаю, там что-то можно поменять. Я вижу. Я вижу. Надо было с собой красную фигню взять. Там пригодится бы. Ну уже не судьба. Так, что это? Это вентиляция. Так, нет. Пока что я не хочу сюда идти. Вдруг там не монстр, вдруг там хуже. Пауки. Прикинь, что это? Гидроэлектрисити. Гидроэлектричество, короче, энергия будущего. Ё-моё. Ну, походу, придется идти. Не, ну, как говорится, Грегори... Грегори, did you see that small vent on the floor? Are you ever heard about Among Us, Грегори? Я слышал, кто-то ходил. Дебил, да лезь ты! Ты чё не лезешь? А, вот. Вот. Ключи. Как раз. Они не отпускаются. Я, походу, что-то неправильно сделал, знаешь. А, нет, все правильно. Ну вот одну фигушку вот тут, лап. Нужно было взять с собой, серьезно. Я ее тупо выбросил. А, она там может быть. Ох, ё-моё, а как мне туда пойти? Я сдох. Да. Слушай, а что если я пойду и выключу там электричество? Ну, во-первых, посмотрю, что тут у нас есть. Помимо лагов, естественно. Ага. А, вот эта дверь открылась теперь. Я могу там пойти выключить электричество, знаешь? Чтобы вода меня током не била. А те я не могу переключить. Во, все. Он сдох? Да реально он сдох. Слушай, ну ты и пенек, а. Хотя, наверное, это не так должно работать. Наверное, реальная жизнь работает немного по-другому. Давид Проши 6-7. Кстати, тут еще одна дверь. Сюда мы не заходили. Что тут вообще есть? Так, тут шестеренки. Какая-то морковка. Ну и все, походу. А еще тут есть проход, который нам как раз таки и нужен. Потому что тут верхний сломан. Пропаркуть мы не сможем, потому что это не игра, это реальная жизнь, ребят. Похоже, реально придется паркурить, слушай. Такс. Someone should get that fixed. И еще вот это. The water is electrified. I better watch my step. It's not good. Перезаряжаем. А как мне туда пойти? Может быть, там просто глубоко было, слушай. Давай еще раз. Еще разок попробуем. Только я сохранюсь. Вот. Вот здесь. А, что тут? Save game. Save slot. Вот тут. Все. Такс. Пар. Must be careful not to go too deep. Ага! Так там просто глубоко было. Поэтому я. Вот. Я вижу, там глубоко, поэтому я утонул. Так я утонул, меня не током фигакнул, я просто утонул. Сломано.
не работает. Выход. Тоже не работает. А нафига я тут вообще существую, а? А что тут сделать можно? Там есть какая-то штука, но что с ней делать? Слушай, коробки подвинуть? Я могу подвинуть коробки, чтобы... У меня гениальная идея, смотри. Да, я смогу подвинуть коробки так, чтобы с включенным электричеством я мог сюда пройти. Смотри. Ох, лагает. Даем коробку сюда. Мы можем сюда перепрыгнуть. Так. Берем и эту коробку тоже. Ставим ее сюда. Вот мы сюда сможем перепрыгнуть. Да харе лагать! Такс. Вот так. Вот, зашибись. Зашибись. Чел, я гений. Я джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-нес. Джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-нес. Не спрашивай, откуда я знаю эту песню. Интернет ужасное место. Ненавижу интернет. Так, смотри. Паркур, паркур. Так, стопэ. Паркур, паркур. Прежде чем пойти туда, мы снова сохранимся. Слот 2. Такс. Паркур. Я сдох. Паркур, паркур. Такс. Я хотел сказать паркур, Да ты дед, ты чё? Ну чё ты, ну ё-моё. Вставай. Такс. Паркур. Да чё ты? Всё ж получалось хорошо. Такс, ещё раз. Вот, паркур, паркур. Новые движения. Я вообще песню не помню. Я вообще... Чё там в песне было? Короче, паркур, да. О, паркур! И работает. Во, а вот тут уже работает. Записочка. Фоткаем. Interesting. Interesting. Я не знаю, как он только interesting говорит. Это может пригодиться. Да. Слушай, мне на секунду показалось, что он уронил просто. Этот. Черт, телефон. Ну, камеру. Мне показалось, что он уронил ее. Слушай, вот это вообще можно сфоткать. Зачем-то. Так, можем электричество отключать, знаешь? Не, или не? Мы просто теперь имеем безопасный проход. Ай, ё! Чё это было? Он просто резко... Такс. Вот это как раз та деревяшка, которая не давала мне пройти. Если бы её не было, я бы тут сразу оказался. Главный герой просто тряпка, он боится сломать тут чего. Тут все и так уже сломано. Слушай, сказать, это опасное довольно место, это дамба. Так, стоп, прежде чем это все делать... Сорян, не хотел. Так. Ага, ты кто? Я на секунду показалось, что это Якубович, но потом я увидел у него волосы. Ладно, послушаем аудиозапись. Так это все еще сфоткать надо. My name is Alex Hartman. А это ты, Алекс Хартман, да. Он тот, кто построил этот город. Кто-то украл его компанию. Джефф Уолтер украл. Так.
company out of business, there's no way we can keep everything in good repair. Things are breaking down all over the city, but no one's doing anything about it. The police, the mayor, and now it seems like even the governor's in his pocket. They care more about his money than what he's doing to this place. Whatever he's planning, it's going to happen. And I don't want to be here when it does. Because there's one thing I'm sure of. Everything's about to fall apart. Intriguing. Короче, кто-то его компанию украл и не эксплуатирует его. Город теряет деньги, а всем плевать. Что такое? Прежде чем нажать, я понял, почему некоторые... Ага, так вот почему некоторые комнаты не работают. Тут просто все выключено было. Team Control Room... А да пофиг. И главное, что-то нехорошее случится, если все будет включено. Ну не, да пофиг мне. А, дед. Ты чё, дед? Так, пошли проверять закрытые комнаты. Там есть еще одна карта, по ней сориентируемся. Так, не-не, я через низ. Давай, через низ. Идем мы куда? В комнату с картой. Посмотрим, куда еще мы не смогли попасть. Так, она наверху. Вот тут. Это все? А, тут гномики какие-то. Слушай, там тоже были эти гномики, это что? Это Советский Союз, да? Пролетариат, или как он там как нам назвались? Яркий лучший свет. Сортир? Журналы? А, нет, о. Это странные журналы. Давай сфоткаю, кстати. Челхах компромат. Такс, бензин. Какие-то граффити. Коробки. Их можно подвинуть, кстати. И попасть. Да, кидай их куда-нибудь. Айзек? Что это? Это тупо комната отсылка, слушай. Breaking Good. Что это? Вот Хайзенберг. Ты кто? Рябочки. Отвечает Айзек, Сирена. Или нет? Never forget. Там 2007. Так, я это все должен сфоткать. И тебя. И тебя. Так, граффити. Тут тупо отсылок понакидали. Любопытных. Огурчиков. И все, ну молодцы, знаешь. Офигенно у вас дамба, ребят. Так, ну прежде чем жать подозрительную кнопку, прогуляемся еще немного. Понаслаждаемся жизнью, так сказать, грибочками. Какие-то мощные грибы. Так, вот эти должны быть помощнее, да? Их можно сожрать? Я хочу сожрать. Какой-то мост. Так, а там какой-то домик, он поинтереснее. Ладно. Такс. Еще один сампади. Так, подожди, прежде чем сампадивить. Дом закрыт, почтовый ящик тоже. Какой-то гид тут. Гид по чему? По дамбе? Чё он там исследует? Чё он там гидит? Так. Давай, хоу-хоу-хоу, ребят. Давай, ломай. Ломай, жирный. Ломай антенну, пусть он сам выйдет. Вот, кстати, можно сфоткать. Карта.
А здесь-то есть Шрек? Где Шрек? Я хочу Шрека! Слушай, вот бы в одном из этих туалетов была бы отсылка на Шрека, знаешь. И чё? Ладно. Так, кусты. Да-да, они не позволят мне пройти дальше, да? Так и знал. Ладно, там еще камни есть. Такс. Это тоже, кстати, можно сфоткать. Хах, разработчики пытаются невидимую стену скрыть, а я это сфоткаю. Такой звук обычно, когда я что-то interesting фоткаю, но он еще это комментирует. Но не сейчас. Ну, погнали по мосту, получается. Знаешь, что можно сделать? Можно закончить серию как раз сжатием этой красной кнопки. Я подумал, это Мишка. Сейчас смотрю, куча камней на Мишку похожа. Согласись. Не, реально, согласись, вот на Мишку похож, серьезно. Типа, большая дырка — это нос, а там был глаз, а типа другой скрыт за телом. Только один глаз виден. Так, ну это я вроде фоткал. Что-то похожее. Ё-моё, сколько же тут всего. Все, давай поднимемся по горе, посмотрим, что тут вообще есть. Там птичка! Подозрительная музыка играет. Птичка улетела. Три вот этих птичек в мире осталось. Чем тут грустная музыка играет? Говорит, Дамбо в еще худшем положении, чем он думал. Это из-за этого грустная музыка играет? Потому что три птичек в мире осталось? Ну ладно, знаешь, что я тебе скажу? Тут еще куча всего, что мы можем исследовать, но погнали жать на кнопку. Погнали, давай. Пошли нажимать на кнопку. Серия, походу, затянулась. Я точно не знаю, сколько она будет длиться. Наверное, минут 40. Если не больше. Но... Да, тут еще куча мест, что можно поисследовать, но... Я же сказал, что серия закончится сжатием кнопки. Значит, погнали нажимать на кнопку. Посмотрим, что она вообще делает. Скажу тебе, игра, как я понял, очень большая, очень обширная. Есть куча всего, куча мелких деталей, мне это нравится. Мне нравятся игры с такими мелкими деталями, знаешь. Арматура прорисована. Черт, чел, арматура прорисована. Вот граффити выглядит реалистично, я тебе скажу. Водичка. Чем мне нравятся такие игры? Где все прям до мельчайших деталей тут нарисовано. Я не имею в виду, что я люблю игры за графику, но... Выглядит это все красиво, натурально. Вот так я тебе скажу. Наверное, как раз в этом и прикол этой игры. То, что ты гуляешь по заброшенной дамбе, и ты чувствуешь, что это заброшенная дамба. Серьёзно. Пускай я робот, я запахи не чувствую, я прям чувствую. Отвечаю, я прям чувствую, как тут воняет. Кстати, тут была закрытая дверь. Так, ладно. Мы тут слишком задержались. Нажимаем на кнопку, заканчиваем серию. Ё-моё. Это все потом. Тут тоже была запертая дверь. В общем, сохраняемся. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Если вы хотите, конечно. Если не хотите, можете его не делать. Это все ваш выбор. Ну и да, тут еще кнопки генератора есть. С вами был я, Давид про 667. Всем удачи и всем пока. Нажимаем!
И что? Подожди, подожди. Не уходи. Вода, кажется, пошла. Она тут шла. Вообще, я не понял, что произошло. А, тут все включилось просто. Ну, значит, в следующей серии мы как раз это все разберем. Давай. Всем удачи, всем пока.